Акбаров пытается минимизировать ущерб. Из гарда накатывает корпусом. Эли боковые удары. Обойти защиту пока не удается, но можно наносить удары отсюда с амплитудой. Ложится вновь на спину Ислам Акбаров. Добивает здесь Эли Кадыров и останавливает этот поединок. И все. Геликан Шибилов. Выигрывает Эли Кадыров досрочный техническим нокаутом в этом поединке. Герихан Шибилов отвел в сторону Ислама.